Тоже ЖК-2. Один диск. Снимай диск. Нет, нет, уже два стоят, да? Да, уже стоит. Сейчас я примерю. Примерься, все там настройся. И в качестве разминочки парочку ее, парочку раз я там задавил. А потом уже будешь по одному давить. О! Не рассчитал. А? Я же не рассчитал, да? Рассчитал. Ноги подкинул как бы. Летит хороший размерчик. Удобненько, чтоб везде все. Так, 300 теперь, да? Ну да, теперь 300. Надо было то, что раза на два делать. Еще раз давай. Вот. Теперь по одному будешь давать. Это сколько у нас было? 260? 300. А, 300? Да. Ну теперь 320, да? А я думаю, это на пятки как-то поднадавило, думаю, не 260. Нет, вот ладонь у тебя. Все. Не спеши, Лёш. Нормально там в жопу одета? Ну, примерно. Подожди. Чуть туда жопку подсунь. Назад? Вот туда. Вот, да. Ага. И давай еще раз попробуем. Ну ладно. Что-то ты не настроился. Так хорошо, ты 300. Ну да. Джим-джим. Пальцем. Я немножечко. Ага. Ну, сейчас посмотрим. Ну, немножечко. А тогда и с пальцем не пошло. А тогда что-то упер. Стал вот, как знаешь, как в стену уперся. Еще или? Не, на сброс пойду. Барическое давление скачет. Туда-сюда. Так. Лех, настроился, не спешу. Почувствуй, что тебе удобненько, это как вверх, так мысль вверх, пошел. О, как ты пульнул ее. Очень хорошо. Давай еще разок, чтобы ты как-то это проснулся. Ну, хорошо, да? Ну да. Что? 120. 120. А ты один этот повесил все. О, хорошо. 120. Хорошо уперся сейчас. Ага. Thank you.
ощущение. Как-то правильно все. Нужны еще разок. Ну что, еще? Да еще раз подойду. Такой рыбалки давно не было. Но... Чуть оторвалось, да? Ну, это дальше было. Оно пошло, пошло, а ты бросил. Ну, хорошо пошло. Вытянул. Еще прибавил? Нет, 150 пока на нет. А так ты хорошо подошел. Ну, да. 120, 130 поставить? А? Ну, 120 поставлю. Пусть так стоит. Ну, да. Так ты хорошо пошел. Разомнусь, ну. А первый раз его не стронул. И второй раз так ты до конца. Еще разок давай. О! Сразу тоже на два раза. Прочувствую. Еще разок. Ага, хорошо. 260. Тоже кажется. Вот это не надо. Ну давай, как у тебя там? Ну, чуточку шире, чуточку. Ну хотя бы так. О, вот, вот это вот. Сползается. А ты его выше. Выше на день. Да. У меня тоже только когда я на жопу делал только, а потом выше стал. Да? Да. А выше. Она тогда и... Ну да, то она как-то сползает и обхватывает жопу, стягивает. Да. И повыше получается там. Слушай, как-то. Ну, получше. Еще разок, хрен ее. Ну там не знаю, что не цепляет. Да нет, вроде бы. Ну давай. Еще 40. 400. Или сколько? Что-то такое впечатление, как она тут... Нормально идёт? Нормально. Или так она оторвалась? Ну что, еще 40? 300, да. Это 400, да? Нет, это больше. 420? Да. 420. Ну, попробуем. Что идёт? Хожу как бы. Эй. Вокруг до угла. Как твоя поясница? Да еще помаливай.
Я же говорю, что она цепляет, ё-моё. Да? Цепляет под помост, на котором ты стоишь именно. Чуть-чуть его подвинуть, да, буквально там миллиметра 3-4. О, все, ну, я и с зацепом попёр. Ну что, еще прибавим? Нет, 420 пока я. А? Почему нет? Ну еще как-то я это. Нехрен. Смели, смели. Ой, что ты не хотел, а тут все четко. Раз. Ох, вот ты бабай. И шо, папа? Чистая победа. Ёхарный ты бабай. 450 ты потянул. Потянул. Да. Процесс идет. А что эти ступни вспотели? Ну, так хорошо. Вот аж пробило. Значит, пробило. Вот так вот всю твою простуду и пробьют. Вот это я понимаю. А то на 420 хотел закончить. Уже 460. Ну, разминочная. Не будем спешить. Да, запомни, запиши. Сейчас запишу. Ступни, ладошки вот. Особенно ночью ложись спать. О, ночью. О, еще разочек, еще разочек. О! Ну и как же. Жиху и пошло. Будили, хватит. Так, тяга, да? Не. Что? Перекур? Пока нет, пока нет. Не хочешь? Не, пока спину что-то я побаиваюсь. А на это? Так что я был удивлен, что вот эти два упражнения, вот, вот именно они. Что-то я... Встань так, чтоб тебе это... Я, получается, не рукой, а спиной поднимаю. И так и надо. Так, да так и надо. На ноги. О! Сейчас еще раз подойду. А я что-то забыл, руками поднимать или спиной? Спиной. Спиной. Ты только вот это. Вот этим. Вот, вот этим, да, я сюда ложу. Нет, вот, а то оно сюда легло, а мешалось. Вот сюда. Так, только ремень надо опустить, что-то он мне передавит. Передавит. Мысль вверх. Да, отлично. Что-то я даже не ногами, на носочки вот так встал. Молодец. Ну что, еще это или как? Не, я привыкну к этому упражнению. Меньше ставить. Меньше стал, стой, я еще дернул. Соточку дерну. Хорошая брава. Ну все, первую стрельбу закончил. Отлично. Ой, ну что, начинаем туда. Балалайк сразу. Да. Чего там мельгишит, да? Да. Заснули. Хитрение в фене. Спасибо, кто участвует. О, как. Проснуться надо. Да. Привет, Янина. Проснуться. Проснуться.
встрепенуться. Еще разок подойду. На такой же? Да, к такому же. Проснуться, встрепенуться. Не произошло. Что-то Саня залип сразу в телефоне. Это по работе. Работа это святое. Да так же, наверное, 40. Это ж КВНчики, старые КВН, когда вышли. Он говорит, а спойте-ка, ребятки, мне песню залихватскую. Они как стоят вдвоем, и медведь с ними стоит один. Ну что, какую спойте? Первую, вторую. Поверили, смотри. Конечно. Только холодные. Холодные. Дураки ноги холодные. Поясница что-то загудела немножко. Так. Ну да, она же разграмывается. Размялась чуть-чуть. Завтра загудит. Сегодня еще когда. Ножок нам же упражнение больше всего мы поднимаем, да? Да, на поясе. Почему-то получается так. Почему? Получается больше на поясе. И сама думал, как раз это у него был отрыв. Эрик, какая кошка, тут что-то сквозит себе. То есть орло раздувает. Еще по-маленькому? Да! Если бы в обед не напоролся, думаю, наше занятие не будет. Я так аж ух хорошо. А я увлекался. Понятно, применили, застегнул. Очень маленький. А ты его вообще не застенешь, что? Да. Ну попробуй, маленький. Это... Я на последнюю, да. Я на последнюю застегиваю. Сейчас.
Так что еще не сильно мне голод пошел. И без помощи пошел. Ага. По маленькой. Почему без помощи? Божьей помощью пошла. Божьей, да. Аж пол прогинается тут. Хорошо. Чисто это. Есть такое дело. Взялся, я что-то раз и еще раз. Думаю, что-то я, а потом уже так мысленно, ага. Раз и пошло. И пошло, поехало. Ну это не мысли, это все равно ноги. Сам или? Сам пока. Нет, ты лег, как-то жопа у тебя далеко. Нет, Саня, не пошло. Не пошло? И жопа тут ни при чем. Не в жопе дело, да? Ну так она колыхнулась. Еще будешь пробовать? Да, еще раз подойду. Тогда подготовки были, все такое творилось. Сейчас не чувствую. Нет, вот я же Ене сегодня сказал, что ты просто... Просто вообще ничего, никаких ощущений. Дугу делать? Нет. Если пойдет, то в итоге пойдет. Ну, сейчас легко пошло. Сейчас ты лучше лег. Правильно. Это да, да. Можем, да. Так, подсунуть. Еще раз? Да. А вот по чуть пошла. Хватит. Пошла чуть-чуть. Я понимаю, я не пошел. А, ты не пошел. Ну да. Thank you.
хочешь второй раз давить? Я просто себе оставил, не использовал. Какой? Не, ну ты же брызнул и брызнул. Одним намазал, потом брызнул и приклеил. У меня дырку за. Шеи крутишь, такое впечатление, что какой-то заржавевший подшипник хрустит. Вот пробил сразу. А хорошо. Пробил. Давай тоже раза на два, потом будешь по одному. Потом, а потом сил не останется. Что ты прочувствовал? Я и так прочувствовал. Прочувствовал? С первого раза хорошо чувствуется. Что-то думал, что не потянул, потом он раз и пошел. Да. А так сидит как легко. Не, сначала думал, сначала думал, что уперся, а потом чувствую, пошло. Лучше, чем это. Так она знает, или так? Чемпион. Кто? Дед что исполнил это? За передачу. Не будем. Мы отстроим еще лучше. Первый раз как-то ищешь, как усилие дать, а второй раз она... Ты
Левчик. Для меня тут и важно. Ну что, опять? Да? Три. Найдите мне собаку в костюме. Все и того приводили, нет. Ой, нашли этот, приехал. Колокольчик. Сказал, что кто-то открыл через окно. И правда собака сидит в пиджаке. И правда. И сразу как робот, не надо, все, давай снимай. А я думаю. Большие повесить? Нет, уже большие вешать не буду. Понятно. Да, я похожу, подумаю. Сколько весит? 60? Сегодня 240 было, 260 было. Да. Тогда 300 было. Было 300? До болезни. До болезни. Отодрал. Ну все равно победил. Считается. Ну, есть. Так, это сколько у нас? 760. 760, да. Ну, Альбинка не интересуется? Да пока нет. Как у него строительство? Сдвигается, нет? Сдвигается. В этом году квартиру продаст, ага. И все там закончится. Понятно. На время кого переедет? Блин, я думаю, что-то не то. А, я тебя не опустил. А я думаю, что ты, я пру-прона не идет. Думал, в землю ушел, да? Знаешь, сбоку ты вообще как сачкуешь, не напрягаешься. Да ладно. Сколько накидывать? 760, ну 40 надо. Еще 40 лет. Да. Ногами. Так, у нас работает камера, работает.
считай, победа. Второй раз не надо. До конца не вытащил. Ну, все равно уже пошло. Она не дело. Так, она, как раз, ну, не до конца, но хочется, оно... Хочется еще чуть-чуть сверху добавить. Мне как не хватает ног. Был отрыв. Нет, отрыв был, у меня еще была сила, а тянуть некуда. Ну, видно, под этим весом. Давай будет. Подложим тебе вот этот. Попробуй. Вот это да, вот это правильно. Нет. В один слой притом. О. Давай больше поставим. Давай. Еще можно носки одеть. Выше будет. И шо, вместо одного тут да. Все можно поставить. Вместо одного. Да, сейчас будет 840. 820. Сумел. Войлоку не было, оказывается. Да. Просто. Ну, раньше как-то хватало, теперь оно больше плющит. Ну да, значит, да, надо что-то добавлять. Все, железо в деле, да? Отлично. Чисто победа. Да. Еще. Ну, хватит. Мне кажется, хватит. Ну, хватит, так хватит. Хватит. Будет хватит. Это 840. Отлично, прибавка 40 кг. Да. Есть еще очень хитрые лямки. А нет. То есть, нет. Кругом сшито, и ты как восьмеркой берешь. Ага. А уже сшито. И оно получается, что... Что... Вообще рука не держит. Да. По одной большой. Ты думаешь, оно само подпрыгивает. Значит, туда и назад. О! Пошла, поехала. Говорится, куда идет? Ножками. О, отлично. То есть встал, зафиксировался и ногами попер. Я понял. Ну, как будто же отлично. Добавляем? Добавляем.
вот так мы прям побыстрее чуть-чуть. Потянул поясницу, забыл. Как вот отсюда, сюда. Прострелили, стороны, да. Не прострелили, это тянет. И много отдаем. Да. Вот сука. Помогать? Нет. Зачет. Так что вытянул, я ее до конца вытянул или да, чуть? Да, да. Нет, ну как, ну процентом на 80. А, нормально, а то на чувствую. 80, не на 10, не на 20. Куда-то уперся, думаю. Зачем ему на поясок, то и сок, то есть. Не успел заниматься. Как ты стал? Я обычно криво становлюсь, чтобы никто не заметил, я быстро делаю. Не спеши. Вон еще пиджак одеть, чтобы вообще не видно было. Не спеши. Да. С этой тоже накинулся? Не, не. Не? А так разомнусь. Тут под нее подлез. Ну все, зашевелилось вверху. Да, как это интересно начинать работать. Ну верхняя часть спины, да? Верхняя часть. Проблема пару раз под нее подлезть, а потом ничего. Даже я прочувствовал, что ровно. Удобно, почувствуешь, что ты стоишь ровно. И так это. Вот перед этим я сейчас так и так и встал. И мягко ногами туда раз. И там. Ну как-то так и спокойно ты. Нельзя вообще. Нельзя вообще встать. Хорошо. Получилось. Уже рекорд, да? Ну, в любом случае уже больше, чем было. Посмотрим, как мастера работают. Ну, конечно. Да.
ноги массировали? Нет, это что? Ну, как-то отвлеклись. Ну, да. Ooh.